Чё ты, блядь, тормознул-то, блядь? Ебать, это было чётко. Это было просто. Тем более, я сейчас пока без камеры. Ну, как с камерой, на самом деле, но... Ёб! Что творится? Где... Куда идти? Что творится, блядь? Вы чё, совсем дангалаки? Да как так? Давайте вот так вот это уже. Я не знаю, как работать с ним. Я просто буду молчать, блядь. Тихо, может поможет, реально? Так хуй там поможет, блядь. И всем привет, и с вами The Game. И эта игра... Классный трек. Ребят, у меня давно не было таких каких-то прохождений, обзоров на игры. И я решил записать какую-то вот игру, чтобы выходили видео. На данный момент я буду снимать без камеры, потому что у меня своя камера еще проблемы. Я, кажется, буду новую покупать, потому что... Это поломалось, кажись, так что я без веб-камеры, так что, ребят, как-то так. Начинаем кампанию, я уже поиграл с первого уровня, давайте начнем. Игра называется Cluster Track, это так, короче. Суть, короче, дойти до финиша, в принципе, все. Суть тут, сюжета тут никакого нету. Первый уровень я прохожу на изи, второй на пизе. Ладно, сейчас посмотрим, как второй пройдем. Да, второй также, скорее всего. Сомневаться даже не надо, просто берешь так вот, блядь, и вот так вот на изи. А вот на третий, блядь, я там уже умираю, пиздец. Тихо, тихо, сейчас тоже его на изи пройдем, блядь. Сейчас все уровни так, блядь, на изи пройдем, и пиздобол я, блядь. Вот так. Все, тихо, давай просто поедем, все, надо вот на вот так вот. А что ты, блядь, тормознул-то, блядь? Ебать, это было четко. Это было просто офигенно. Видели, как я об стенку прыгал? Все, поехали, поехали. Сталкиваться бы вышло, по-любому. Даже без этого. Ба, я красавчик вообще. Четвертый уровень, да, по-моему? Я не считал сейчас. По-моему, да, вот это пятый у нас. Да-да-да, правильно, пятый уровень. Да мы просто их за... Так, ладно. Сейчас что-то вот пятый, Вася, меня вот это подставил. Подставил маленького, короче, совсем маленько. Блять, ребят, пробка стопчилась, ёбаный в рот. Пробка просто огромная уже, блядь. Куда вообще едем, столько грузовиков? Куда все, блядь? Я понимаю, там, блядь, распродажа все такое, но, блядь, нахуя столько много машин-то, блядь? Тихо, 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 тихо. Ребята, тихо. Все, вот так вот. Вот так вот, нормально, все. Шестой уровень, нормально. Вообще, как записывать начал, сразу проходить. Но я то на третьем застрял, не знаю почему. Блядь. Так, шестой уровень, что-то меня тоже уже не нравится. Ну, сейчас мы его пройдем по-любому, куда же без этого. Я не знаю, я навряд ли буду, конечно, ее проходить, но так записать обзорчик можно. На игру, да у нас не было давно обзоров. Прикольная тема вообще, это обзор, давно не записывал. Тем более, я сейчас пока без камеры, ну, как с камерой на самом деле, но... Ёб! Что творится, где, куда идти? Что творится, блядь? Вы чё, совсем дангалахи? Где финиш? А где финиш? Быстрее едь, блядь. Вы это видели, ребят? Капец, вот это было жесть, просто жесть, реально. Это что такое вообще было, блядь? Так, ладно, я понял, тут с разбежки уже. Не, ну это была реально жесть. Давай. Ну тут вообще ничего, в принципе, трудного, просто я там не допрыгнул. Тут разгон хороший нужен, вот и все. А разгон у меня всегда найдется. Едрать. Да, в смысле? Я перелетел, блядь. Не надо мне тут. Так, вот так, блядь, ну... По фигне оставалось, совсем капелюшка прям. Все, все, победный, победный, по-любому. Да нет, не победный, нихуя. Сейчас, подождите, что тут, в смысле, он вроде легкий такой. По крайней мере, кажется. Ладно, давайте не будем спешить. Давайте тормознем. И аккуратно, вот так вот, аккуратно вообще пойдем сейчас. Прям по самой малости. И вот
Так, все, о. Я же говорю, аккуратно надо действовать. А то я дропанул, конечно, не пройду. А, 9 уровень, ой, что-то там жесткое, ребята. Что-то там творится прям. Уф, офигеть, офигеть. Вот жесть творится тут, реально жесть. Вот прям жестко прям. Домочило. Тихо, вот так вот. Постоим. Сейчас кто-то столкнется, по идее. Блять. Что ж такое, блин? Тихо, блядь. Ой, надо будет вставлять по-любому сюда ограничение на возраст, блядь. Из-за того, что у меня много матов идет. Давай, 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 красавчиком буду. А, я прям до верха долетел, ну это просто. Ну, вы где-нибудь такое видели? Да по-любому. Что это? Тут шоп. Вот здесь шоп, что такое есть? А. Это еще утилит, я по-английски хер понимаю. 15 тысяч у меня сколько. Джетпак. А это типа, если я куплю, это навсегда будет? Ну, как я понял, это скорость, да? Аэродэш. Ну, давай вот это откроем. А, ну, как я понял, да, типа, навсегда. Компания. В смысле, я все прошел? Или что это? А, нет. ЛБ, ЛБ. Ю! Вы видели это, ребят? Тихо, тихо, тихо. Давай, давай! Не, ну в принципе не такой уж уровень. Не такие уж трудные уровни, на самом деле. Но... Блядь, 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 блядь. Красавчики. Вот вы видели, да? По-любому видели. Стой, блядь, куда я стартанул-то быстро? Не, ну офигенно, она навсегда остается. Мне это нравится. Ну уровни пошли просто адские, реально. Их пройти, блядь, практически невозможно. Да подожди ты меня. Да меня подожди. В смысле, я ж, блядь, летел. Ладно, стоп. Стоп. Да как так, я ж сказал, стоп, блядь. Ну эта тема помогает тем, что если ты когда падаешь, можно резко на ЛБ нажать, и он резко вылетит. В принципе, вот это как бы. Да ты куда? Вот видите, вот. Ой. Ладно, давай так вот туда. Давай по боковой пойдем, точно. Да, по боковой сказал. Может так его подфартить? Красава, красава. Давай, ну куда я? Куда ты идешь? Не, по-моему, только... Это тут, отвечаю, вот тут натебись. Все работает, натебись. Тут стараться не надо, потому что, блядь, наоборот, старайся, хер получается, блядь. Блядь. Я знаю, конечно, что... Вы хотите... Да как так, блядь? Все, 10 уровень, блядь. Я думал, он такой легкий, блядь. Там... Короче, только до земли докоснулся и пиздец, блядь. Во, вот так вот, блядь. В смысле? В чё, врезался тоже нельзя? Как-то он столько раз врезается, ему плохо. Давайте вот так вот это уже. Я не знаю, как работать с ним. Все, едем, короче. Ну, стоять и едем. Так, давайте сюда немножко пойдем. Я просто буду молчать, блядь. Тихо, может поможет, реально? Так хуй там поможет, блядь. 10 уровень. 10, мать его, уровень. Давай, давай. Давай, дорогой, блядь, родной. Там немножко оставалось, метра, блядь, один.
Я понял, короче, тактику, ребят. Надо лететь на Атибисе. Вот, то есть ты доходишь до какого-то момента основного, и вот так вот делаешь, и ты тут летишь, блядь, на какой-то КамАЗ приземляешься, и все. Это реально, на тебе тут должно только на фарт подфартить, и все. Я и рано сделал, ну ладно. Расрыв в любом кайфе, рано сделал. Да, в смысле ты меня откинул, блядь? Вообще сейчас, блядь, сидел на... Да ёпрысы. Короче, я знаю, ребят, знаете, можно как сейчас поступить? Смотрите. Все, победный, отвечаю, должен быть. Нихера не должен быть. Все, смотрите, вот сейчас это... Вы мне верите, я знаю, и это победный по-любому. Вот это вот, это... 100 подов не победный, я вам говорил. Фу, блядь. Ну и долбоёб, блядь. Все, едь нахуй. Пиздец. Сука, где права покупали? Ебучий ваш слот, блядь. Блядь, объехать не могут, блядь. Давай нахуй. Ебать ты гандон. Все, ладно. Раз. Два нахуй. Три нахуй. Четыре нахуй. Пять нахуй. Не дай бог оттолкнет, я твой рот ебал. Тихо, тихо, тихо. Все, иди нахуй. Блять. Едем, едем, едем. Соседнее село, блядь. Заебал он там, блядь. Ребят, представьте, что нахуй вы едете, блядь, за 100 бутылкой пива, нахуй. Да, охуенного такого, холодного, блядь. Так раз сейчас лето скоро. Я прошел, ебать, я же говорю, пиво нужно, поможет, блядь. Ебать, красавчик прям. Фу, блядь. Подождите, а что, как тут покупать эту тему можно? Куда я там нажимал, блядь, хуй. А она, скажи, сама, да, этот... Типа с каждой главой она или на какой-то определенный уровень она выскакивает, чтобы купить какой-то навык. Бля, ну это для нас уровень фигня сейчас, потому что мы прошли 10, а тот, блядь, прям пиздец. Да нихуя, блядь. Едем. И тут главное понять траекторию. То есть, видите? Вот так вот и сделаем. Главное понять траекторию. Все, вот так вот. А вот этот вот. Он, конечно же, въебется, блядь. Ой, бля. Немного. Все, последнее, давайте, я заебался нахуй. Я ее проходить точно не буду, потому что. Не знаю, давайте, короче, вы сами напишите в комменты, проходить мне эту игру или нет. Если вы захотите, чтобы я его проходил, то можно. Ну, конечно, у меня будет мозги выносить эта игра так жестко, прям что пиздец. Тихо, 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 едем спокойно. Едь, 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 братан, сейчас врежется. Все, ладно, заебался нахуй. Фух, вот такой вот получился... Видос такая получилась игра. Не знаю, если вам понравилось, то можно, в принципе, проходить. Ну, вы пишите в комментах, проходить или нет. С вами был, как всегда, The Game. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи в следующих видеороликах. Всем удачи.